Россия выиграла общекомандный зачет на чемпионате мира по самбо. У нашей сборной 24 медали, в том числе 17 золотых наград из 27 возможных. В спортивном самбо состязались участники обоих полов, в боевом только мужчины. Турнир проходил в Сочи во дворце спорта «Айсберг». Участвовали более... Россия выиграла общекомандный зачет на чемпионате мира по самбо. У нашей сборной 24 медали, в том числе 17 золотых наград из 27 возможных. В спортивном самбо состязались участники обоих полов, в боевом только мужчины. Турнир проходил в Сочи во дворце спорта «Айсберг». Участвовали более 500 атлетов из 93 стран, что является рекордом для мировых первенств по самбо.